От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Чичарito. Ahí la tiene Torrado. Torrado la juega por abajo, el arquero sale, la tiene Gio, no hay arquero. ¿Quién le pega? ¡Gio! ¡Golazo! ¡Poema de gol! ¡Apago la luz y me voy! ¡Golazo! ¿Qué me importa que me asesinen la garganta mientras se maten? Пока мне толкнем китками. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, я отправлю за тобой, чтобы путь мне не пророчил, я приду
ничего ты жинтер. Себе чай ватсын с мене. На сегодняшний день какая ваша заработная плата? Заработная плата около 800 тысяч тенге. 800 тысяч тенге. Да. Первый раз, да, будете получать такое? Или уже получали? Да, 800? Получали уже. Уже получали. Угу. Как вам? С 300, да, у вас получается? С 300, да. Как вам ощущение? Хорошо. Хорошо? Да. Как вы считаете, для чего государство это делает? Для того, чтобы мы исполняли свои функциональные обязанности. А что, вы до этого за 300 тысяч не исполняли свои функции? Ну, конечно, исполняли. Ну, а для чего тогда государство подняло аж в 3 раза зарплату? Как вы считаете? Для чего? Для того, чтобы работать. А до этого не работали? Работали, что ли, за 300 тысяч? Для увеличения благосостояния. Чиновников? Руководителей. Если мы все вместе сделаем, как говорится, правильный выбор, проголосуйте за меня, я постараюсь изменить свою жизнь к лучшему. А я не считаю эту песню песней протеста. Перемен.